Доброго дня всім. Починаємо нашу прес-конференцію. Сьогодні ми будемо говорити про лікування психічних розладів учасників бойових дій. Яка ж ціна питання? Наші сьогоднішні доповідачі Андрій Гайдабрус представляє громадську організацію «Комплексна психологічна допомога». Людмила Зана – психолог цієї організації. От, я так розумію, у вас є новий проєкт, з яким ви до нас прийшли, і зараз розкажете конкретніше, що це за проєкт. Ми знаємо, що взагалі лікування психічних розладів у учасників бойових дій – це свого роду виклик, який стоїть і перед владою, і перед суспільством, тому що ця ситуація для нашої країни досить нова. От, але вона має таку тенденцію, я так розумію, накоплюватися. Увеличуватися. Так, тому що людей все більше і більше, які беруть участь або безпосередньо, або посередковано. Отже, що у нас відбувається? Розкажіть, будь ласка, що пропонує саме ваша організація? Спасибо клубу за предоставлену можливість виступити. Я бы хотел начать нашу беседу с актуальности самой проблемы, самой актуальности реабилитации военнослужащих, которые возвращаются к мирной жизни. Ну, я думаю, все помнят те случаи, которые у нас являются резонансными. Вот, на мосту метро, который через реку Днепр идет в Киеве, неизвестный осуществлял выстрелы и угрожал взрывом этого метро, этого моста. Злоумышленником оказался бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в зоне АТО, что подтвердилось и нашим министерством ветерана. И мы имеем множество различных других правонарушений, которые встречаются в новостной ленте, и фигурантами которых являются участники боевых действий на востоке нашей страны. Неоднократно нам приходится слышать и о нарастании количества суицидов в группе ветеранов АТО. И все это говорит о том, что люди, которые возвращаются к мирной гражданской жизни, не всегда они могут самостоятельно адаптироваться. По этому вопросу ведется огромная работа, и в том числе и нашим государством. На сегодняшний день государство оказывает медицинскую, психологическую помощь чаще всего и львиная доля оказания помощи – это наши госпиталя ветеранов, которые находятся в каждом областном центре. Это некоторые санатории, которые оказывают помощь в реабилитации данной категории наших граждан. Но стоит заметить, что реабилитация проходит в стационаре. То есть этот человек приезжает на 14-21 день, в зависимости от лечебного учреждения. Он проходит необходимые набор реабилитационных мероприятий, и потом он выписывается домой, назад, в то же самое окружение. Мы, проанализировав данную ситуацию, мы пришли к выводу, что людям, которые нуждаются в помощи и к адаптации к мирной жизни, им необходима поддержка и на местах, там, где они живут. Поэтому наша организация, общественная организация «Комплексная психологическая помощь», она объединила специалистов, психологов, медицинских работников для эффективной помощи данной категории наших граждан и вывела медико-психологическую помощь за стены медицинских наших учреждений. А оказание помощи происходит в обыденной жизни, когда человек может получить удобный для него помощь в удобный день и в удобное время. За время нашей работы на протяжении этого года, 2019, было обследовано около 90 человек, участников боевых действий. И зачастую мы заметили, что материальное положение участников боевых действий оставляет желать лучшего. Статистика безработных, демобилизованных, компенсации не хватает на дорогостоящие медикаменты и обследования. При этом не каждый ветеран может попросить помощи, поскольку это считается, что это проявление слабости, и в случае с бойцами это несет уже фатальные последствия. Вначале я бы хотел остановиться на нашей психологической помощи, которую оказывают наши психологи нашей организации и представители этого направления Людмила Занес.
Я хотела бы сказать, что, в принципе, такой термин, как посттравматическое стрессовое расстройство, давно известен и широко используется, но есть еще другой термин – посттравматический рост. Этот термин известен еще с 2004 года, ну, сам термин. Хотя феномен известен давно, в принципе, и почему-то вот мало на это обращают внимание. В нашей организации мы как раз обращаем внимание на рост и стремимся помочь человеку выйти из кризиса с наибольшими выгодами для самого себя, как бы это ни звучало. По определению американских психологов, которые, собственно, и ввели этот термин в науку, Тадеши и Лоренс, посттравматический рост – это опыт позитивных изменений вследствие борьбы со значительным жизненным кризисом. Положительные изменения в этом случае заключаются в том, что человек осознает что-то, ну, свою жизнь осознает, он становится более терпим к близким, он ценит то, что у него есть на данный момент. И среди тех моментов, которые выделяют, благодаря чему, в принципе, осуществляется посттравматический рост, в основном говорят, что это общение. Общение с людьми, поддержка, помощь, взаимопомощь. Очень трудно нашим участникам боевых действий, людям, которые вот, бойцы, да, солдаты, пришли оттуда, им сложно попросить о помощи. Это действительно так, и... Хотя, в принципе, общение с людьми и дает вот все моменты, чтобы выйти из этого кризиса в рост, а не в расстройство. Если суммировать, окажется, что основная предпосылка для посттравматического роста – это взаимодействие, любое взаимодействие, осуществление помощи как участникам боевых действий, так и когда сами люди, это касается не только бойцов, да, когда люди сами помощь оказывают, то есть начинают работать или участвовать в воспитании детей, больше уделяют внимание вот помощи другим людям. И еще один момент, в принципе, о котором хочется сказать, что посттравматический рост возможен тогда, когда люди, в принципе, об этом знают. Потому что то, что кризис влияет негативно на человека, то, что кризис вводит там, в депрессивное состояние и приводит к расстройствам психики, об этом все знают. Но важно помнить, что существует еще и посттравматический рост, который возможен благодаря действию нашей психики. Она, в принципе, очень лобильна, очень гибка и способна сопротивляться и противостоять жизненным трудностям, которые у нас есть. В нашей организации мы как раз и предоставляем вот ту поддержку, помощь и взаимодействие, которые выводят людей из кризисного состояния в рост, а не в расстройство. Теперь про проект, напевно. Я бы хотел еще остановиться на анализе тех данных, которые мы получили. Помимо оказания помощи, мы и анализируем те полученные результаты, которые мы достигаем. А я бы хотел обратить ваше внимание вот такой вот анализ нашей работы и анализ той категории лиц, которым мы помогаем. Это один из пунктов, это занятость участников боевых действий. То есть люди, которые демобилизовались, они находятся на учете в центре занятости некоторое время, и потом им необходимо найти место работы. Так обратите внимание, что из 90 человек, 52 человека, они так и не нашли себе работу, и на момент обследования они были безработными. То есть это говорит о снижении социального статуса данной категории лиц. Семейное положение. Если мы будем говорить семейное положение, то из 90 человек 51 является холостым. Или развелся, или он не был женат. Это тоже говорит о том, что отсутствует у очень большого количества людей данной категории поддержка, семейная поддержка. Наличие детей. То есть дети — это то, что, на что тратятся ресурсы, что потенцирует человека к поиску работы, к продолжению своей жизни, как минимум. Вот. И обратите внимание, из 90 участников боевых действий 41
не имеет ребенка. То есть 50 не имеет семьи, 40 не имеет детей. Уровень материального обеспечения. Мы выделили три уровня материального обеспечения. Это низкий, средний и высокий. Так вот, низкий уровень было у достаточно большого количества людей. Средний – это те люди, которые работали или были социально как-то защищены. И высокий был из 90 человек, чтобы в цифрах сказать, это 3 человека. Условия проживания. Условия проживания. Проживает большая часть с родителями, проживает самостоятельно, и только небольшая часть, меньше 1/3 людей, проживает в своей семье. И уровень материального обеспечения, то, что я вам говорил, то, что я озвучил. В связи с этим нами было принято решение, что необходима помощь этим людям. Просить денег они сами не будут. Организовывать безымянные фонды или с громким именем, но фонды, которые, куда идут деньги, это не всегда эффективно. Прежде чем обратиться за помощью, мы бы хотели сказать, что мы сделали и что мы получили уже на сегодняшний день. Это обследование за этот только год, 90 человек. Всего у нас через организацию прошло более 200 человек. Мы заметили, что помимо психотерапии и психологической помощи было эффективно обеспечение медицинскими препаратами, поскольку комплексный подход учитывает и лечение хронических заболеваний, которые обостряются или которые человек получает во время нахождения там на передовой на протяжении многих месяцев. На сегодняшний день привлечены ресурсы фармакологических компаний и волонтеров для оказания медицинской помощи, что проявляется в обеспечении медикаментами. То есть фармфирмы или волонтеры, тем или иным путем достающие или покупающие медикаменты, они предоставляют участникам боевых действий эти медикаменты для лечения. Но, к сожалению, это единичные такие вот факторы, и это мы не можем сказать, что это комплексно, потому что для хорошего лечения необходима и хорошая диагностика. Хорошая диагностика, она включает инструментальные методы, это УЗИ, это электрокардиограмма, при необходимости это МРТ и КТ. Это довольно дорогостоящая процедура. Также для диагностики необходимо исследование лабораторное. Это лабораторные исследования крови и мочи. Также стоят денег, и их необходимо повторять для отслеживания динамики состояния человека. Поэтому нашей организации было проанализировано данные аспекты, и мы сделали и предлагаем общественности наш проект. В чем его особенность? Первое. Это сбор средств идет отдельно на каждого участника боевых действий. Соблюдая анонимность, мы не раскрываем анкетные данные, мы не раскрываем паспортные данные военнослужащего, но в целом мы описываем того человека, которому необходима помощь. Описание мы распространяем как на нашем сайте «Комплексная психологическая помощь», так и в группе Facebook тоже «Комплексная психологическая допомога участникам АТО». Проводится, прежде чем подать этого человека в проект, мы проводим психодиагностику, изучаются медицинские документы для выяснения потребностей данного конкретного человека. Следующий этап, во время сбора уже денежных средств, мы информируем общественность об основных этапах реализации помощи. И в связи с этим мы обращаемся к гражданам, желающим оказать реальную и посильную помощь в процессе возвращения военнослужащего к полноценной гражданской жизни. Ведь от данных действий выигрывают все, и военнослужащие, и гражданское общество. Уменьшается количество тех эксцессов, тех криминальных действий, которые, к сожалению, происходят на сегодняшний день. Зрозуміло. Ваше запитання, будь ласка, колеги. Ірина Дергаусова. Скажіть, будь ласка, наскільки активно учасники АТО звертаються до вас, і наскільки вони усвідомлюють те, що їм потрібна психологічна допомога, бо нерідкі випадки, коли ми робили програму на цю тему, що люди просто не усвідомлюють того, що їм потрібна допомога психологів насправді. Дякую. Спасибо вам за вопрос, он очень важный, и когда мы только начали работать,
наша организация довольно молодая, полтора года. Вот. Начали мы работать полтора года назад, и мы действительно встретились с этой проблемой, что люди, которые демобилизовались, они стесняются обращаться, считают, что это им не нужно. Вот. У нас есть организации-партнеры. Это госпиталь ветеранов, это институт протезирования, это военный госпиталь, где проводится, проходит первый контакт с участниками боевых действий, которые демобилизуются. Проводится такое мероприятие, как называется психоэдукация. То есть человеку показывают, что его симптомы, которые на данный момент его беспокоят, это депрессия, это бессонница, это головные боли. И симптомы, они убираются. И для того, для эффективной помощи необходимо поддерживающее лечение. После того, как он пролечится в стационаре, и далее он будет уже получать поддерживающее лечение дома. Мы обмениваемся контактами. В неделю у нас новых от 3-5 человек новых у нас есть, ветеранов АТО. Вот. Не всех мы берем в проект, мы выбираем те, которые наиболее нуждающиеся, те, которые люди, которые ну, есть перспектива. То есть если человек хочет сам, если человек прикладывает свои усилия к тому, чтобы получить помощь, мы с большим энтузиазмом помогаем. Зрозуміло. Чи ще є запитання? Будь ласка, Ольга Костіна, потім я розумію. Скажіть, будь ласка, я так розуміла, що проєкт тільки почався і ще немає бази воїнів, клієнтської, треба допомагати. Чи вже ви попередню якусь роботу зробили і на яких ресурсах ми можемо цю базу знайомитись? Дякую. Спасибо за вопрос. На нашій странице комплексна психологічна допомога в Фейсбуці. Мы уже предоставляем возможность ознакомиться с первым кейсом, который мы предлагаем для сбора денежных средств. Сумма, необходимая для помощи этому человеку, это порядка 8 тысяч гривен. Это пойдет на услуги психологов, психиатров, медикаментозное обеспечение и лабораторные исследования. А чи є вже тут, хто перераховував? Чи там є, мабуть, номер карти? Чи... Номер карти є, от наші реквізити, реквізити нашої організації. І денежні средства вже поступають. І, як не удивительно, но большую часть денег дають іностранці. Тобто іностранці, які знаходяться у нас в Україні, от вони, зная наші проблеми, наших вопросах, вони активно допомагають. Часть денег собрана, уже проект работает. То есть мы не ждем, пока мы соберем эти 8 тысяч. Мы насобирали определенное количество денег. Мы получили помощь от наших партнеров, это фармкомпании, медикаменты, обеспечение медикаментами. То есть мы имеем возможность уже сейчас им помогать, и мы помогаем. Артем, будь ласка, запитання. Ви упомянули про те, що у вернувшихся воїнів АТО часто наблюдаються суїцидальні наклонності. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день случаїв таких самоубійств? Дякую за вопрос. Он очень многих интересует, но очень мало получает на него ответ. Потому что у нас, первое, эта категория, она искусственно выделяемая. У ветерана АТО, это первый момент. Второй момент – это то, что некоторые скрывают эти факты ну, на уровне семьи, то есть никому не хочется этот, афишировать этот момент, что есть суицидальные какие-то действия данного человека. Вот. Мы просто к международной статистике, мы находимся и работаем по тем же самым человеческим законам, как и весь остальной мир. И по статистике, в группе людей, которые принимали участие в боевых действиях, то в 10 раз возрастает частота суицида. То есть, если так, гражданские люди до войны это 0,8, то во время военных действий, после военных действий это около 8% из этих людей совершают суицид. Ірина, будь ласка. З точки зору психології, чи можна це пояснити, те, що збільшиться, значно, цей відсоток суцидальних настроїв після того, як людина поховала у своїй вибухі? Да. После того, как человек побывал в зоне военных действий, в принципе, происходит так называемое это травматическое событие для человека, и не всегда психика способна с этим справиться. То есть я говорила о том, что есть возможность, да, то есть кто-то выходит в рост, кто-то выходит в расстройство.
война является психотравмирующим событием. Собственно, поэтому ну, человек, как бы, то, что происходит с человеком, это адекватная реакция на неадекватное событие. Любой человек, который попадет в ту ситуацию, будет действовать так же. И здесь зависит выход его от тех ресурсов, которые у него есть, от той помощи, которую он может получить, от той поддержки, которая его сопровождает после выхода из зоны боевых действий. Поэтому как бы, для них сложнее, ну, есть этот процент, больший процент, нежели среди гражданских. Потому что это психотравмирующее событие имеет место быть в его жизни. А якщо аналізувати цю групу людей, які до вас звертаються, який відсоток, скажімо так, в тяжкому стані з точки зору психології перебуває? Мы проводим тестирование, и, в общем-то, вот на наличие ПТСР у них высокие показатели. То есть со средними и низкими показателями ну, мало людей. Ну, скажите, в процентному відношенні, да, якісь такі... Если 90 человек, ну вот 80 с высокими показателями. Тобто 90% від... Скажите, пожалуйста, предусматривается ли и вообще возможна ли помощь психологическая родным и близким тех людей, которые узнали о смерти своих близких в АТО, к примеру, дети, которые узнали о смерти отца, матерям, которые узнали о смерти сына? Мы, в общем-то, и работаем с такими категориями, и были мамы, с которыми вот я непосредственно работала, когда их ребенок, ну, сын, да, погиб там. Мы работаем с этими категориями, и, в общем-то, люди обращаются, и помощь предоставляется. Конечно, нужно их тоже поддерживать, и работа ведется по этому направлению. Будь ласка, Татьяна Ильич. Ну, дуже не це питання, тільки трошки з іншого боку. Чи співпрацюєте ви із сім'ями учасників бойових дій, ну, в кого вони є, з родинами, і у кого їх немає, хто проживає один. Як ви з ними працюєте, чи залучаєте їх, може, якось громадською роботи? У мене просто є одна знайома, жіночка дуже симпатична, із біженців-переселенців, яка, наприклад, ходить із подругами у військовий госпіталь, і там ці брутальні, сильні, войовничі чоловіки роблять з неї порубки. Вона виставляє такі фотки, де замість лиця смайлик, і вони там роблять квіти і різні порубки. Ну, це теж така терапія свого. Терапія така. Ну, це, в общем-то, по більшій часті соціальний аспект. Как бы количество людей в нашей организации не так велико, и в общем-то то, что мы можем предоставить, на данный момент мы предоставляем адресную помощь и работаем индивидуально с людьми, это как бы приоритетное направление, чтобы поставить бойца на ноги. А все остальное, если есть возможность, мы используем, но приоритетным направлением является работа с конкретным человеком. А вот реплику по поводу вашей знакомой мы приглашаем, пожалуйста. У нас есть помещение. Да, у нас есть помещение, мы приглашаем тех волонтеров, которые работают в данном направлении, мы открыты, мы сотрудничаем со всеми волонтерскими организациями, помогающими. Я думаю, многие она знают, вот мы всегда открыты к помощи взаимодействию. Татьяна Страхова. Скажите, в вашу организацию могут обращаться люди со всей Украины? Которых вы реабилитируете, или только больше с Харьковского региона? Вы знаете, так получилось, что очень многие участники боевых действий, которые из других регионов, я принимал непосредственно участие в их помощи, в реабилитации, в лечении, я сам врач, вот, и они пишут, звонят из других регионов. Но, к сожалению, давайте так вот, они не наездятся, там, например, с Западной Украины, ездить сюда, это очень дорого им. А если мы говорим о психиатрии, то это мониторинговый осмотр человека. Это хотя бы раз в месяц его нужно смотреть. Вот. Его состояние, динамику его состояния. Вот. Поэтому мы ограничены Харьковом, Харьковской областью. Вот, в принципе, этот регион. Мы стараемся как можно качественнее оказать помощь этим людям. Я хочу добавить, здесь, в общем-то, вопрос в том, насколько люди из других регионов смогут приехать. То есть мы-то здесь находимся.
Здесь вопрос не столько вот к нам, сколько к тем, кто хочет проходить эту реабилитацию. Если у них есть возможность, желание ездить постоянно, то есть это ну, процесс не неделю, не две, не три, это и год, и полгода. Чи ще в нас запитання? Якщо запитань немає, ми тоді закінчимо нашу прес-конференцію. Ви можете свої синхрони записати, все, що потрібно. Дякуємо вам за увагу, за участь. Дякуємо нашим сьогоднішнім спікерам. Чекаємо вас з підсумками проєкту, або якщо якась потрібна допомога, щось прилюднювати, будь ласка, ми завжди раді допомогти. Дякую.